Какую профилактику ты проводишь в каналах? А вы подумайте. Вместо того, чтобы сшивать очередных жертв утопцев, не проще ли решить проблему еще в зародыше? Я пробовал привлечь в каналы стражу, но безрезультатно. Тогда пришлось взять дело в свои руки. За даром, да? Лето. Слышите? Уже давно слышу. Готовь оружие. Поверь, я прекрасно тебя понимаю. Куда теперь? Наверх? Да, уже недалеко. Присыла, какой прогноз? Только говори прямо, без намеков. Раны затянутся, но... Что будет с голосом, я не знаю. Вы, наверное, понимаете, что для трубадура это страшный удар. Такой, от которого можно потерять волю к жизни. Ты можешь как-то на это повлиять? На это может повлиять только ваш друг. Лютик. По лестнице. На месте. Пойдемте. Чем быстрее управимся, тем лучше. А что? Ты куда-то спешишь? Кто-нибудь может нам помешать. Например, коронер. Или преподобный Натаниэль Пастель. Итак, нам нужно тело краснолюдского плотника. Попробуем его найти. Человек. Не то тело. Мозоли на пальцах, опилки в бороде, одежда липкая от смолы. Должно быть он. Великолепно. Надо думать, вам не сделается дурно от вида крови? Нет. Начинай вскрытие. С чего начнем? Смотрим голову. Волосы воняют гарью, будто он был на пожаре. Больше ничего примечательного? То, что ему выкололи глаза, вас не интересует? Осмотрим корпус. Так, что у нас здесь? Глубокая рана с левой стороны грудной клетки. Шрам через весь живот. Посмотрим, что за рана. Действительно, сердце было вырвано, края раны прижгли. Погодите-ка, здесь что-то еще. Яйцо какого-то присмыкающегося. Саламандры?
Обожженная, но целая. Я бывал на лекциях по герпетологии. И не припомню, чтобы присмыкающиеся откладывали яйца в трупах. Значит, или профессор Кохран глубоко заблуждался, или это дело рук нашего убийцы. Посмотрим на шрам. Рана длинная, узкая, отрезанного удара. Но края неровные. Это не важно. Смотрите. Нет ни опухоли, ни синяков. Это старая травма. Похоже, несчастный случай на работе. Вскрывай брюшную полость. Предупреждаю. Будет сильно пахнуть гнилью. Я как-то дрался с Ригером, стоя по пояс в говне, так что не думаю, чтобы... Стой. Это что за запах? Формалин. Медицинская новинка. В малых концентрациях замечательно консервируют ткани. В больших разъедает их, как кислота. Это объясняет, почему нет запаха разложения. И почему обожжены глоткой пищевод. Смотрим ладони. Борозды. Это следы от веревки, так? Его связали. Как и следовало ожидать. Никто не выдержит таких пыток, не будучи связанным. Знаешь, по опыту? По опыту жертвы. Я провел год в застенках Третагора. Но это долгая история. Тогда лучше в другой раз. Смотри, видишь след? У нашего краснолюда было кольцо, но кто-то его снял. Видишь что-нибудь интересное на ногах? Щиколотка правой ноги распухла, ногти поломаны. Должно быть, он очень сильно ударился копытами, прежде чем их отбросить. Не уверен, что сейчас подходящий момент для шуток. Простите, у нас, врачей, несколько иная чувствительность. Угу, и скверное чувство юмора. Осмотрим его гениталии. Сомневаюсь, что они относятся к делу. Надо проверить. Стяни с него штаны и... Холера. Скорее сифилис. Ранняя стадия. Сыпи еще нет. Это может быть связано с... Разве что еще один возможный мотив для убийцы. Довольно. Я уже знаю достаточно. В таком случае просветите меня. А то я до сих пор понятия не имею, в чем дело и какой мотив у убийцы. Убийца безумец, нет у него никакого мотива. Скверно. Таких поймать труднее всего. Надо бы осмотреть труп еще раз. Ты знаешь, как его звали? Фабиан Мейер. А я Губерт Рейк, коронер. Пришел сюда провести аутопсию, но вижу, Йоахим, что ты меня выручил. Как всегда лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других. Кто это такой? Студент, третий курс. У меня к тебе несколько вопросов. Ладно, слушаю. Только быстро. А то преподобный Натаниэль как раз пришел с инспекцией. Сейчас он будет здесь. Где нашли тело плотника? Это важно. Вы ведете следствие? Как увлекательно. Он погиб в собственной мастерской, к югу от рынка. Сразу у ворот на застенье, где напали на эту бедную трубадурку. Весь город об этом судачит. Возвращаясь к плотнику. Тело привез Евстахий, наш сборщик останков. Можете с ним поговорить, я только что его видел. Он за углом около... О, мое почтение, ваше преподобие. Что это за люди? Я, кажется, ясно сказал, никого не впускать. Ни под каким предлогом. Я знаю, но это друзья покойного. Они хотят забрать тело. И речи быть не может. Уведи их отсюда. Немедленно. Как пожелаете, ваше преподобие. Господа, прошу за мной. Вам придется выйти другим путем. Почему ты нас прикрыл? Я прикрыл себя. Если бы преподобный Натаниэль вызнал, что кто-то влез в мертвецкую и начал резать трупы без его позволения, у меня были бы неприятности. Но ты об этом не подумал, Йоахим, правда? Как всегда. Нет, ну, может, я и не одобряю вашего самоуправства, но я тоже хочу, чтобы убийца кончил жизнь на виселице. Так что, если я что узнаю по этому делу, я дам вам знать. Угу. Спасибо.
Мог бы сказать, что знаешь Корнера. Может, мы бы избежали прогулки в каналах. Я его знаю, и поэтому избегаю. Вот и все на эту тему. Не настаиваю. Благодарю. Дело не в том, что я что-то скрываю. Просто это старая рана, и она еще не затянулась. Что будете делать теперь? Ниточек много. Мастерская этого плотника, сборщик тел, который его нашел, переулок, где напали на Присциллу. Есть чем заняться. У меня тоже. Боюсь, я должен возвращаться в больницу. Но буду держать за вас кулаки. Я с тебя глаз не спущу. Евстахий? Сборщик останков? А? Как ты узнал? Шестым чувством. Это ты принес в мертвецкую тело Фабиана Мейера, верно? Фабиан... Да, помню. Очередной безглазый сердце. Нет? Мишеля при нем тоже не было. Ты обыскал Фабиана? Ну, взглянул, что у него там в карманах. Ну, чтобы не пропал. Проще говоря, ты обкрадываешь трупы. Проще говоря, ты какого хера интересуешься, а? Что, процент с меня снять захотел? Пшел вон, мутант! Если ты такой подкид до денег, я тебе еще добавлю. А теперь рассказывай, что ты при нем нашел. А, мелочи. Перстенек со стеклянным камешком, пара монет и какое-то письмецо. Гляди, хороший пергамент, телячья кожа. Сотру буковки и продам как новый. Это человеческая кожа. Присцилла. Имя следующей жертвы. Если бы ты отдал это письмо кому следует, может, никто бы не пострадал. А то мне важно, что там с какой-то пришишилой. Мало что ли баб в городе? Ай, сука! За что? За все!